В последнее время в сети идет непрерывное обсуждение на тему, кто из этих популярных дам кого копирует – Бузова, Ивлеву или наоборот. Дело касалось причесок, цвета волос и кто же первым придумал искупаться в лапше быстрого приготовления. Ну а сейчас Ивлева решила записать трек, и похоже, что это первый шаг на пути к сцене. Правда, объявила Настя об этом очень хитро, изобразив, что все дело в неком споре. То и запишет она трек, если только ее крайний пост наберет 2 миллиона лайков. Очень удобно. Лайков подсобирать и песенку записать. А там, глядишь, по просьбам трудящихся и еще песенку напишет. Вот Бузова гребет деньги лопатой, а Ивлева чем хуже. Ребят, поскольку вам очень безумно нравится это маленькое сумасшествие, которое мы с вами придумали тут сутки назад, короче, я тут подумала и решила, что если мой крайний пост сейчас, где я с Юлькой Коваль, с Юлькой Шалашовкой, наберет 2 миллиона лайков, то я всерьез запишу трек «Ама севиш, жериш, буриш, депериш» и выпущу его на всех цифровых площадках, клянусь. Вот, давай, Юлька, твой зуб даю. На то, что я это сделаю, если мой крайний пост вместе с Юлькой Коваль, где мы соберет 2 миллиона лайков. Я записываю трек.